За то скресите духовица! На концерте Димаша в Малайзии 24 июня в качестве специального гостя на сцене выступила известная малайзийская певица Сити Нурхализа, творческая икона Малайзии. Именно так называют эту блистательную певицу с прекрасным вокалом. И вот, что сама певица сказала про Димаша в своей социальной сети. Цитата. «Я восхищаюсь творчеством Димаша с тех времен, когда начинала смотреть его выступление еще несколько лет назад. И вот, увидев афишу его концерта в Малайзии, я сразу собиралась купить билет. Я не хотела упустить возможность пропустить его концерт. Но кто бы мог подумать, что меня пригласят организаторы концерта Димаша в Малайзии. Я, конечно, не могла упустить эту возможность. И пусть я исполнила всего две песни на сцене. Тем не менее, как певица, я многому научилась из вокала песен и музыки Димаша. Его бесценный дар – очень захватывающее вокальное мастерство. Спасибо за возможность быть частью этого всего. Надеюсь, мы еще сможем поработать вместе с Димашем». Конец цитаты. Cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Tak perlu DJ, karena ku yakin ada jawabnya. Сити Нурхализа, малайзийская певица, актриса, автор песен, музыкальный продюсер и предприниматель. С 2015 по 2021 год входила в список The Muslim 500 как одна из самых влиятельных представителей ислама в мире. Кстати, насколько мы с вами прекрасно знаем, в данный список входил и сам Димаш. За плечами певицы более 300 местных и международных наград. Дебютировала на музыкальной сцене в 16 лет в 1995 году. Поет Сити на разных языках и известна не только в самой Малайзии, но и за ее пределами. Певица является одним из самых успешных популярных артистов Малайзии и была признана самой популярной артисткой страны 10 раз подряд. В общем, ее заслуги и награды можно перечислять бесконечно. И, конечно же, мне, так же как и вам, я думаю, становится очень приятно, когда в очередной раз заслуги и талант Димаша признают такие влиятельные люди в музыкальной индустрии. Это о многом говорит. Прекрасная певица. А какой у нее невероятный голос, друзья. Песни Сити набирают десятки миллионов просмотров на Ютубе. И она является очень известной певицей. В голосе артистки заключен национальный колорит Малайзии. Сити Нурхализа, безусловно, украсила концерт нашего дорогого Димаша. Прекрасное исполнение красивой женщины и талантливой певицы. Она сказала очень много приятных слов в поддержку Димаша. Также она признает его невероятный талант и говорит о том, что многому научилась у этого потрясающего артиста. Браво! Еще одно признание таланта нашего любимого певца от знаменитых коллег по сцене. Я почему-то ожидал, что эти два артиста споют на сцене вместе, дуэтом. Но, возможно, просто еще не пришло время, и может быть в скором будущем мы услышим мощное слияние этих двух
прекрасных голосов. А вы что думаете, друзья? Нужно ли Димашу расширять список дуэтов и петь с иностранными артистами? Напишите свое мнение в комментариях под этим видео. И еще одна прекрасная реакция на творчество нашего любимого Димаша от известного артиста. У нас на канале есть целая рубрика с реакциями разных знаменитостей на нашего дорогого певца. Очень вам рекомендую посмотреть эти реакции. Конечно же, по традиции я прошу вас оценить наш ролик своими комментариями и лайками. Но и самое главное, не забудьте подписаться на канал D-Podcast, чтобы больше никогда не пропускать наши свежие выпуски про Димаша. Не забывайте, что у нас есть канал на Дзен, где все наши видео выходят быстрее, чем на Ютубе. Да, именно благодаря ему и началась наша с ней история. Хотя многие считали, что данный способ знакомства – это обман. Об этом даже кто-то написал на заборе местной стройки на окраине северной столицы. И мы каждый раз улыбались и переглядывались, когда проходили мимо той надписи, держась за руки. Но в один момент над нами сгустились тучи. Мне прилетает сообщение с незнакомой странички, мол, девушка в больничке. Друзья, я автор данного канала, и я начал записывать аудиокниги и делиться ими с вами в профиле в Бусти. Первую часть своей первой книги, которая называется «От Тиндера до», я уже загрузил на свою страничку, ссылка на которую будет под этим видео. Мой творческий псевдоним – Мишута Мирный. Если вы хотите послушать данную книгу и поддержать меня, то переходите по ссылке или ищите меня в приложении Boosty, друзья. Надеюсь, вам понравится мое творчество. Спасибо вам большое за внимание.